Здравствуйте! Сегодня приготовим булочки синабон из покупного бездрожжевого теста. Нам понадобится минимум продуктов. Это пачка творога, одно яйцо, сахар, а также слоеное бездрожжевое тесто, один пласт. Если вы будете делать из дрожжевого теста, булочки будут пышнее. Сделаем начинку. Творог перемешаем с яйцом и с сахаром. И можно приступать раскатывать пласт теста. Время замешать начинку, творог, яйцо и сахар, минимальное. Размешаем и раскатываем пласт. Поверхность слегка присыпем мукой. Разровняли начинку и сейчас будем сворачивать. Сворачиваем при помощи коврика или, как у меня, хлебопекарной бумаги, помогая бумагой сворачивать в пласт. Вот таким образом сворачиваем в рулет. Свернули вот такой рулет. Теперь отрезаем, делим на части. Получается синабон. Выкладываем синабон на противень, смазываем сметаной сверху. И убираем наши синабоны в духовку на 180 градусов минут на 25-30. Вот такие синабоны получились из бездрожжевого слоеного теста. Время на приготовление было затрачено минимальное. Синабоны получились пышными и очень вкусными. Приятного аппетита!